Сегодня у нас 25 июля 2017 года. Это мы на разъезде возле железной дороги находимся. Вот она идет, железное дорожное полотно. Вот у нас сегодня надо еще на первый мостик Буту довозить. Вот брат Никита Колесников за рулем. МТЗ Беларусь. Главное, что возить. Вот я это... А Рима будет на машине. Ты опускаешь? Опустила. Нет. Берем, везет там машину уже. Взял Погода Господь нам дал. Вчера тоже был теплый денек, слава Богу, а то дожди и дожди каждый день шли. Да не по разу еще продлевались. Все, Никита, все. Хорош, да? Да, хорош, хорош. А то лишка будет. Все, потом туда вот. Но он у него хорошо поднимает. Что-то Игорь говорил, очень много. Что-то килограмм 500, что ли, или 800. Ну что, она тренируется с Божьей помощью. И получается. Да. Что я грузил, я не помню уже. Thank you.
Что, не тот рычаг был? Ну вот, 25 июля загрузили машину, слава богу, с Божьей помощью. С братьями. Камни. Никита выгружает последнюю. Входит сюда 6 кунов. Таких вот. Зелок. Так что, как говорится, ему 12. Я сейчас отъезжаю последний раз. Сергей поехал обед отвозить трактористу и Игнатий Лучик. Он там с ним тоже вместе находится. Все, Серёма уезжает. Все, давай. Привезти на 4 машину туда, за УК, на первый мостик. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот продолжаем сегодня 25 июля работать, возить камень с разъезда возле железной дороги на первый мостик у нас. Вот сейчас отправили уже вторую машину. Вот загрузили сразу, чтобы готов был кун. И вот нам брат Сергей привез. Нет. Тут природа, трав очень много. Так. Запах очень ясный от трав. Вот братья селись обедать. Вот у нас обед. С одной чашки, почему-то даже русские такие. С одной кастрюли. Тут у нас даже мясо есть, кости нам привезли. Даже мясо, да. 21 век. Что у нас еще? Квас он, братья, пьют. Я воду только пью. Давай, да, это точно, надо присоединяться. Ну все, слава Богу, за все.